Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 5 июня произойдет полутеневое лунное затмение. Как данное затмение повлияет на людей? Лунное затмение в июне 2020 года будет проходить под воздействием энергии Марса и Венеры, а это значит, что его последствия в большей степени коснутся человеческих взаимоотношений, дружеских, деловых, романтических. Лунное затмение – важный судьбоносный период. В это время стоит подводить итоги, завершать отжившие себя отношения, строить планы на будущее. И вам помогут несложные ритуалы, которые имеют особую силу на этот день. Первое – ритуал освобождения. Тщательно продумайте и запишите на чистом листе бумаги все, от чего вы готовы избавиться – от лишних переживаний, болезненных воспоминаний, до вполне материальных вещей, которые, по вашему мнению, мешают вам двигаться дальше. И именно 5 июня вы можете просто освободиться от того, что вам мешает. А затем вы просто берете свой листок и сжигаете. Собираете пепел, и его необходимо развеять по ветру, а затем поблагодарить стихию огня и воздуха за их помощь. И пришло время двигаться дальше. Второй ритуал, который вы можете сделать, это снятие камня с души. Часто у многих людей бывают ощущения, как камень на душе, от поступков, от различных ситуаций в жизни. И именно в этот день вы можете снять именно свой камень с души. Вам достаточно подобрать на улице камушек, неважно какого он цвета или размера. Принесите его домой, крепко зажмите в кулаке и расскажите ему все, что вас беспокоит. Все свои обиды, все свои страхи, опасения, всю боль, негатив. Все свои эмоциональные потрясения, которые отравляют вам жизнь. Затем поблагодарите камень за его помощь и отнесите его подальше от своего дома, чтобы он унес все ваши переживания из вашего дома. 5 июня – очень сильный день, и вы можете именно в этот день изменить свою жизнь и направить ее в нужное русло.